Всем здравствуйте, меня зовут Юлия, и вы находитесь на парфюмерном канале Эсбуке. Этот канал, как вы догадались, посвящен парфюмерии, созданию ароматов, различным парфюмерным аккордам, а также обзору интересных нишевых и люксовых ароматов. А также я рассказываю, как происходит парфюмерное искусство. Сегодняшнее видео будет посвящено очень нежной женственной теме, а именно аромату для невесты. Вы спросите меня, почему именно сейчас, в феврале, я решила вспомнить о женственном нежном аромате невесты. Ну, просто потому, что в феврале я когда-то много лет назад выходила замуж, и передо мной стоял вопрос выбора ароматов для самого важного, самого главного платья моей жизни, свадебного платья. Как вы представляете невесту? Безусловно, все девушки разные, но образ невесты у всех плюс-минус одинаковый. Это нежная, легкая, воздушная, романтичная девушка, от которой прекрасно пахнет нежностью и любовью. Что же это может быть за аромат? Сегодня я вам покажу один, который, на мой взгляд, кажется очень уместным и очень подходящим для подвенечного платья. Если вам эта тема интересна, оставайтесь на канале. Итак, что же это за аромат? Прежде всего, я хочу показать вам коробку. Это белоснежная коробка, как будто бы специально создана для туалетного столика будущей невесты. Это аромат HFC, который называется Proposal – предложение. Этот аромат мне порекомендовала Микаэла Парфам. Вы можете найти аккаунт Instagram внизу в описании. Если вы хотите протестировать какой-то аромат на собственной коже, вы можете с легкостью заказать у нее небольшой пробник или отливант, или, быть может, целый флакон. Ну что, давайте посмотрим предложение или proposal от Haute Fragrance Company. Вот такая белоснежная коробка с бежевой лентой цвета айвори. Очень красиво раскрывается. Здесь описана история, что такое аромат Proposal, и очень красивое оформление, как и все ароматы от Fragrance Company. Это очень красивый дизайн. Все очень женственное, очень нежное, очень красивое. Потрясающий флакон, девушка на фоне Эйфелевой башни. Давайте прочитаем, что говорит сам бренд об этом аромате. Это оружие, которое помогает покорить мужские сердца. Этот аромат, который вы никогда не забудете. Это парфюм, предложение, proposal. И единственное, что вы можете ответить, это «да». Ваша жизнь никогда не будет прежней. Ну что, давайте поближе посмотрим флакон и послушаем аромат. Вот такой флакон. Очень красивый дизайн, конечно же, как всегда. Когда вы представляете аромат для невесты, что вы прежде всего видите или слышите, или обоняете? Для меня это чистота, немного сладости, косметичности, пудровости, нежности, легкости, ухоженности. Ведь этот день, свадебный день, пожалуй, самый важный в жизни каждой девушки. И поэтому мы к нему очень тщательно готовимся, поэтому аромат также тщательно необходимо подбирать. Итак, давайте посмотрим, как звучит Proposal, предложение. Раскрывается аромат сладостным миндалем. Немного цитрусовых нот присутствует. Нежным жасмином. Безусловно, это пудра. Нежная косметическая пудра, современная пудра, немного минеральная. Слышно отчетливо аромат гелиотропа и ириса, два пудровых цветочка. Есть немного жасминовых нот,
такие чайно-жасминовые нежные ноты. Никакой индольности от жасмина, вот этой яркой, дурманящей, цветочной истории здесь нет. Это очень нежный аромат, очень пудровый. Ощущение, что это ухоженная девушка стоит рядом в таком аромате. Далее раскрывается аромат смолами, теплыми, опять немного ванильными. И завершается древесными нотами с нежными белыми мускусами. Очень феминный аромат. И белый цвет флакона, безусловно, дает отсылку к свадебному платью, к чистым белым мускусным ароматам, к нежности, феминности, к чистоте и к романтике. Очень интересный аромат. И если вы планируете свадебное мероприятие в феврале, то, безусловно, это подходящий аромат. Спасибо, что смотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых парфюмерных встреч. Пока-пока.